Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Заговор, чтобы встретиться с нужным человеком. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Иногда нам нужно увидеться с определенным человеком. Но если нет возможности выйти на связь и организовать эту встречу, можно спровоцировать ее вот таким магическим ритуалом. В каких ситуациях может понадобиться такая практика? Например, если необходимо увидеться со знакомым, контактов которого у вас нет. Либо встретиться с человеком, которого вы видели где-то, но не знаете лично. Вот как можно это сделать? Купите небольшую красную свечу. Красный цвет – это цвет страстного желания, сильного намерения. В какой-то мере он символизирует нетерпеливость, невозможность ждать, упрямство в решении какого-то вопроса. Это цвет лидерства, победы над ситуацией. С его помощью можно добиваться своих целей и получать то, что нам нужно. В домашней обстановке, в полной тишине, покое, зажгите свечку. Смотря на ее пламя, представляйте образ нужного вам человека. Думайте о нем, как можно лучше представляя его перед собой. Если знаете его имя, мысленно называйте его по имени, связывая образ с именем загаданного человека. Потом начинайте произносить такие слова. «Ты» – здесь нужно проговорить имя человека, если известно. «Своей жизнью живешь, обо мне» – свое имя, не вспоминаешь. «Пусть в мыслях твоих я возникну, пусть силой огня пламенного тебя ко мне тянуть начинает. А желание нашей встречи в сердце у тебя с каждым днем возрастает. Вскоре судьба нас вновь объединит, два пути наших в одном месте соединит. Где бы я ни была, а меня ты всюду найдешь, да ко мне придешь. Заклинаю, будет так». Данный заговор нужно читать 3 раза. Далее свечку нужно оставить, чтобы она догорела. Когда она погаснет, нужно убрать огарок в конверт или платок под свою подушку и хранить, пока не состоится встреча. Потом его просто выбрасываем.